I start from the third paragraph above or continue? Yeah. I think. Yeah, the last paragraph. Okay. So we continue from last week, right, Mataji? Yes, yes, right. So in the course of their dancing, the Sri Yugala becomes tired and starts sweating. So Tulsi and Puja to serve them. Потоки своих танцев Шри Югала очень устали и стали покрываться капельками пота, поэтому Туласи вошла в кунжу для того, чтобы служить им. Tulsi enters the kunja to serve them as if she is the embodiment of their playful ecstasy. Tulsi вошла в кунжу, чтобы служить им, будучи самой олицетворенной игривостью их экстаза. The affectionate maidservant attains the great treasure of Radha Mohan's devotional service by fanning them and massaging their feet. Любящая служанка достигает великого сокровища, преданного служения Радхи Мохану, омахивая их и массажируя их стопы. This is the practice as well as the perfection of the Gaudiya Vaishnavas. Это и практика, и совершенство Гаудия Вайшнавов. In the stage of practice, this consists of meditation, and in the stage of perfection, it consists of direct devotional service corresponding to one's own mood. На стадии практики это медитация, а на стадии совершенства это непосредственное прямое служение в соответствии с желанным настроением преданного. Which mood you do the service? If you have no mood, no use. No use. В каком настроении? Mood, dance service help you to grow in that mood. В каком настроении вы совершаете служение? Если у вас нет никакого настроения, то и служения не будет. И именно настроение будет давать импульс к совершению служения. Motherly mood, friendly mood. Conjugal mood, dasi mood of Radhika, any mood has to be fixed. Настроение должно быть фиксировано. Настроение матери или настроение друзей или служанки Радхики, оно обязательно должно быть зафиксировано. To fix with my Ishtadev, my deity, and exchange that love. Для того, чтобы обмениваться любовью со своим Иштадевом, со своим возлюбленным божеством, нужно зафиксировать это настроение. If I have no mood, unlucky, I'm unlucky. I have no mood to serve you. Если у меня нету настроения, то как я неудачлив, как неудачлив, ведь я не смогу служить тебе. So, one person come to your home who has no mood to understand anyone in your home and he want to serve you, what he will serve? Представьте. Only serve for the money. Представьте, если в ваш дом придет человек, и он абсолютно не знает вашей семьи, настроение вашей семьи. Как он сможет вам служить от души? Это невозможно. То есть эта слуга будет только за деньги определенные выполнять функции. And you see, Govinda Mohini, he not take money, and she served to his son and his husband. What money they are paying to him? Because the mood is there for that.
So she is serving that. Relations Гурудев говорит, вот, например, я, да, я как мама, как жена, я со своих домочадцев денег не беру, служа им, потому что между нами есть это настроение, есть отношения. So we do the devotion for material things. Sorry, Gurudev. We do this devotion in physical body. Мы совершаем это. To the wife, to the son, to the friend, to this and that, to mother and father, but not to the Lord. Посмотрите, ведь мы совершаем это преданное служение даже в наших материальных отношениях. Мы служим своим мамам, папам, домочадцам. Но почему мы не хотим Господу также служить? Why? Because of my false ego, I am covered with my material identification. Почему мы не хотим служить Господу также? Потому что мы полностью покрыты материальным эго, ложным отождествлением. To live with material identification, I want to keep my recognition, and I am working for that. Мы держимся за свое материальное отождествление и боремся за него, работаем, чтобы в нем укрепляться. I'm the day interested for my spiritual identity. Так, начались проблемы с интернетом. Я спросила у Гурудева про его гирлянду. Он сказал, что это божеством принесли на Радхике, жасминовая гирлянда. Сказал, получил милость с утра с вами. Ну, интернет очень плохой. Вчера был, вот на японском классе просто половина, вообще не было ничего понятно, к сожалению. Что-то у них там. So sorry, we fell out. We're just trying to connect back again. Okay. Да, приживающийся такой звук, совсем ничего не слышно. Что, может, мне тоже отключить или как? Видео. Да, мне кажется, что тебя одной мало будет. Оставайся. Ну ладно, ну что-то вообще, то есть ничего вообще не разобрать. Вот как вчера было, ничего не разобрать. Да. Жалко, тут такие вообще, такой, ну,
Ты молитвы классные. Следующие будут это песни Нарота Мадаса Такура из Прартана. Его вот, вот это Лала Самай песни. Там баджана прям хочется, чтобы Гурудев тоже погрузился в это и с нами поделился. Рады, рады. О, yes, better. Great. So if the devotees could switch off their cameras, I think that would be helpful. Шьяма Сундари Прабу, можете выключить камеру? У нас, ну, будет, говорят, Гопинат говорит, что лучше будет. What if you also make someone a co-host? Yeah, but if Gurudev falls out, then? Yeah, but then maybe you don't fall out so fast. I made already co-host. Thank you, Gopika Mataji. Right. But we are missing Shyama Sundari Prabhu's background, though, with the flowers. Yes, yeah. Очень приятно было созерцать обоих Шьяма Сундари Прабу с цветочками. Они очень вдохновляли Гурудева. Жалко, что он выключил видео. So I repeat that line. Сейчас повторите еще раз. In the stage of practice, this consists of meditation, and in the stage of perfection, it consists of direct devotional service corresponding to one's own mood. Own mood. Своё настроение. Gurudev, can I ask you something? Yeah. Вопрос. Acharya say we have to follow the mood of our guru. Here it's saying corresponding to one's own mood. Can you explain this? So Gurudev mood by the practicing this my mood also. Нужно следовать. What Gurudev is practicing. That mood I practice, and now it become my own mood. Мы следуем Гурудева в практике. Well, I know. No. Это наш. No. What do you say? My creation, nothing. I create something. It's what I Gurudev give me, I practice, now it becomes my mood. Gurudev дает настроение для практики. Yeah, no manly concoction. Not my concoction. Я не сам выдумываю. It's the mercy of Gurudev. Это не мои выдумки, это милость Гурудева. And his grace, it happens. Now it becomes my mood, all mood. That I can go direct to the service. И это милость Гурудева, своё настроение, практикуя его, оно становится нашим, вот этим личным настроением, которое приводит нас. When I go, but it's my mood, I don't leave my manjari, guru manjari. I also try to be behind him to more to learn. Ведь в духовном мире я не оставляю своего гуру. I now feel that I'm the qualified. Я никогда не чувствую себя достаточно квалифицированным. Мне всегда есть чему у нее поучиться. Я всегда иду за ней, за гуру Манджари, за ее настроением тоже. How to move the fan? I have no idea. But Guru Manjari show us, you move the fan from Radha to Krishna, Krishna will be more happy. And when you fan to the Krishna to Radha,
Radha will become happy. Например, я даже не знаю, как омахивать божественную читу, но Гуру Манджари научит меня. Возьми веер так, чтобы омахивать от Радхики к Кришне воздух, да, гнать. Тогда Кришне будет очень приятно. А потом от Кришны к Радхике. Тогда Радхика будет очень довольна, вдыхая его аромат от него. Then how to decide what to do? The Manjari asked from his Guru Manjari. И как же узнать, что делать? Очень просто. Guru Manjari said, you have to use your intelligence here. What is necessary? И иногда Гуру Манджари говорит, say, Guru there, I have no intelligence. Свой ум, подумай сама, что лучше сделать. This intelligence, yeah, I don't know how to do it. Then Gurudev say, I will guide you that. How to use your intelligence. Once always Gurudev guide us how to use that seva perfectly and use with your intelligence here that they become happy. Гурудев всегда как использовать его разум для того, чтобы исполнять свою севу наилучшим образом. Если сам ученик не знает, он обращается к Гурудеву, и Гурудев ему всегда поможет и подскажет. You cannot leave navigator for one moment in life. I said that. Не оставляйте свой навигатор, вы не можете этого сделать. Right. Yeah. Go on. Yeah. Srila Thakur Mahasaya sings. Shaltakura Mahasaya поёт. Praneshwari, Fube More Fube Kripa Diti. Царица моего сердца, когда же ты взглянешь на меня милостиво? Agyanya aniya kobe vividha phula vara. Agnaya aniya kobe vividha phula vara. Shunibo vachana duhi miti mrigga madha tilaka sindura banaya bo. Epabho chandana gandhe. Dhanti malati fula hara pahirabo. Dayoyabo madukara bunde. Lolita ko jnana deyoyabo. Vijabo maruta mande shrama jala shakala mithabo duhu kalivara herabo parama anande. O queen of my heart, царица моего сердца, when will you cast your merciful glance on me? Когда же ты взглянешь на меня милостиво? When will I, on your order, bring different flowers and hear your and Madhava's sweet words? Когда же я по твоему приказу принесу различные цветы и услышу твои и Мадавы сладкие слова? I will make tilak of musk, apply sindur, and anoint you with perfumes and sandalwood balm.
Когда же я нанесу тилаку мускусом и нанесу синдур в твой пробор и умощу тебя благовониями с сандаловой мякотью? I will string a garland of Malati flowers for you that will attract the bumblebees and hang it around your neck. Я сделаю гирлянду из цветов Малати для тебя, которая привлечет шмелей, и повешу ее на твою шею. When will Lalita hand me a fan so that I can offer you a soft breeze? Когда же Лолита даст мне веер, чтобы я смогла омахивать тебя мягким бризом? Drying up all the sweat drops on your bodies. И высушивать капельки пота на ваших телах. I will be most happy when I see that. Когда я буду видеть это, я буду наиболее счастливым. Sitting on the bank of Radhakund, Shri Padragunath has obtained the good fortune of relishing this pastime within a transcendental vision and engaging in devotional service. Сидя на берегу Радхакунды, Шипад Рагунат Дас Госвами достиг благой удачи. Он вкусил трансцендентные игры, видя их своим духовным взором, и предлагая там свое преданное служение, занимаясь там преданным служением. Then for the relish of the sadhakas, he has ecstatically kept this relishable pastime and service on record in this beautiful verse. И для того, чтобы садаки могли вкусить это, он поместил в этот прекрасный стих вот эти экстатические, очень сладостные игры и то служение, которое он в них совершал. Radha Kunde Kunja Raja Madana Shukada Maja Natya Shalati Manohara Kokile Raye Kakali Amrita Nichiya Feli Sumadhura Vadiya Nirantara. In the King of Kunjas by Radha Kund, named Madana Shukada Kunj, is a very beautiful dancing stage where the cuckoos sprinkle nectar with their singing and constantly provide sweet instrumental music. В царской кунже, рядом с Радхакундой, которая называется Мадана Сукада Кунджа, находится прекрасная арена для танцев, где кукушки распространяют нектар своего пения и постоянно совершают вот эту инструментальную музыку, играют своими сладкими голосами. Гуруре, what is the meaning of Madana Shukada Kunj? Что значит Madana Shukada Kunj? You see the Guru Pranali. This is the Guru Pranali. There. Там упоминается эта кунжа. Meeting. There are many places, but this is the very beautiful kunja. Madan Sukada. Sukada means giving happiness. Radharani is giving happiness to Mother Krishna. Кунжа, где Радхарани. That Кришна, она так называется. All for the pleasure for Radharani.
sometimes Krishna decorates puja all for the flavor of Radhika. Krishna is making. Give everything to her. Кришна делает все для счастья, удовольствия Радхики. Иногда он сам украшает кунджу и сам все там устраивает. Sometimes Manjari prepared the kunja to give them all happiness to Radharani and his lover. Иногда Манджари устраивает для того, чтобы порадовать и Радхику, и Мохану. Пунджа — это temple place where they live. That is the place where they are living most time. Это как дворец, где они постоянно живут. Really they can share, talk, meet. Они могут там общаться, проводить время. Radharani has the manjaris to help her, but Mohan Pyare is alone. He has to do decorate the puja alone. Yeah. Some sneha. And some sneha, they are sometimes helping. Only for the different kunja is like a kunja, not named Virtani kunja. They only prepare up to kunja and Virtani. Explain this. Sorry, I cannot hear properly. Гопинат спросил, ведь у Радхики есть манджари, которые помогают ей все организовать в кунджи, но Мохан, он совершенно один. Как он один справляется? Такой вопрос. We cannot hear you. Sorry. Yes. Sound is breaking. Now we cannot hear. Can you explain once again who is helping Mohan? На самом интересном месте, кто помогает Мохану устраивать, украшать кунджу и устраивать все для встречи Радхики там. Да, действительно, интересный вопрос. Так хотелось бы услышать ответ. Да, Гурудев что-то начал про самоснеха и вишамоснеха гопи говорить, но надо еще раз. Самоснеха — это те, кто одинаково, да, любят Радху и Кришну. Да? Да. А вишама? Хари Кришна. У Кришны же есть близкие друзья, мальчики, пастушки. Возможно, они помогают. Ну, при Анармасаке, да, говорят, что они могут входить в кунджу, но когда там нет вместе божественной читы, может быть. Ну, сейчас вот Гурудев появился. Сейчас спросим. Раде-раде? Раде-раде. Better now? Yes, now perfect. Please, can you once again repeat who is helping Mohan? Yes. And one of
the devotee suggested that Priyanarmasakas maybe can boyfriends of Krishna, no? Yeah. So the question was if Mohan Krishna also gets help to decorate the kunja, and Gurudev was saying that some of the gopis have some sneha, they are inclined to both Radha and Krishna, they have feelings for both, and some gopis are visham sneha, they only feel for Krishna, and they help in the decoration, but Gurudev lost him. Гурудев говорил, что есть гопи самаснеха, которые любят одинаково Радхику и Кришну, и есть вишамаснеха, которые больше любят Кришну. И эти категории гопи иногда помогают Мохану украшать. But they can only go up to the Kunja and Nikunja. They cannot enter the Nivrit Nikunja. And can you explain what the difference between Kunja Nikunja and Nivrita Nikunja? Please. So Kunja is a place where Radha and Krishna, Sakis, Manjaris, and even sometimes the Sakas can come, like Subal, Madhu Mangal can also come to the Kunja, and they can meet there and have like joking pastimes and playing pastimes. Mm-hmm. Okay. Я спросила, то есть Гопинат сказал, что украшать, ну, гопи могут помогать украшать Кришне только кунджу, то есть они не могут входить в самые потаённые вот эти уголки кунджи. Я попросила объяснить, что такое кунджа, не кунджа и неврита, не кунджа. И Гопинат говорит о том, что кунджа — это то место, такое общее место собраний, где могут быть разные категории саки вместе с божественной читой манджари и даже мальчики-пастушки. It's like the entrance of a house, the veranda. There you can meet, friends can come and meet you. Это похоже, можно сравнить это с большой верандой дома, где могут собираться многочисленные друзья и знакомые вместе. And then there is the kunja, which is like the living room of our house, where you only bring close friends in, like in this case, only the Sakis and Manjaris can go to the Kunja. Sakis only Samasneha Sakis. Oh, not Radhika's group or Samasneha and Vishamasneha Sakis also can be in Nikunja, in this living room. Here, Lalita, Vishaka, they all can come into the Nikunja. But Vishama Sakis no, and Sama Sakis also no. They can also come. They are not right. They can go. Manjari can go and eat bread. Manushika is asking if Visham and Sam Sneha Sakis can also go into the Nikunja. Yeah. They can go. But all they go can go, who can go to Nivrita Nikunja, every place. Topmost place they are going. Manjaris can go any place. Кунжа может. Visakha can go any place. Visakha. Visakha, why not? It's not Visamsna. Totally to Radharani. Visakha? Sakhi, after that, very seriously. Lalita, or Visham, take like this. Visham Sneha or Sam Sneha, they cannot go inside in Nivrita. That is the. Кунжа, да, кунжа, не кунжа, не врита, не кунжа. То есть кунжа — это как общий двор, туда все могут войти. Не кунжа, туда уже могут войти только гопи, но гопи разные, сама и вишама, ну все. А в неврита, не кунжа могут войти только божественная чита и манджари. Гурдев говорит, манджари, они, ну, могут пройти всегда и везде, потому что они как тень Радхики, они всегда с ней, и нет таких мест, куда они бы не могли зайти вместе с ней.
Говинда Махини, Махарадж говорил про Лалиту Вишакху что-то вы. Он, да, он говорил, что они тоже могут входить, да, они не могут входить ни в Рита, ни в Кунджу, но в Кунджу они могут быть, потому что у них настроение, то есть они с Кришной тоже независимо встречаются, да, иногда, поэтому они тоже относятся к этой категории самоснеха. Вот. It depends upon which adhik sneha can go only in nivartana. Only you understand. Adhik sneha only qualified to go. А войти в Неврита, Никунжу, это вот места самых сокровенных игр Божественной Читы, могут зайти только Адика Снеха, то есть только Манджари, те, кто преданы всецело Радхике. Totally to Radharan. Even not in dream Krishna is coming. Они даже во сне не видят Кришну, даже не мечтают о нем и видеть его не хотят во сне. If the dream Krishna is coming, they are sakhi. Если кому-то во сне снится Кришна, то это саки бхава. Sorry, you practiced long time, so he is not, he will come. Простите, если вы практиковали долгое время медитацию на Кришну, я вас должен огорчить, что это саки бхава. Who want to be addicted to Neha, they are very unfortunate. Эх, опять что там. Да, камеры у всех отключены. Интернета нет. Про мальчиков-пастушков я помню, что говорилось где-то, по-моему, тоже вот дела по Сумаджили или где-то, что они оказывают служение, но они стоят за пределами кунжи, там какие-то у них есть системы, которые позволяют омахивать, и они просто... То есть снаружи что-то делают для того, чтобы... То есть они туда, видимо, войти не могут. Да, Говинда Махини, я хотел добавить, что я читал вот у Рагунатхи, по-моему, или даже у Рупы Госвами, в Уткали Кавалари, и он там говорилось о том, что Рада учит Манджари, как вообще украшать Кришну, как его в сознание приводить. То есть, да, вот за Кришной Манджари опытный, да, вот в этих самых сокровенных местах, да, Кунш, они как бы это делают. Никакие ни друзья, ни гопи, они не вхожи. Лалита боится входить, чтобы не нарушить эту идиллию. Да. Ну так я читал, рады-рады, извините. Да, совершенно верно. Ну сейчас все объяснилось. Спасибо. Да, удивительно. Рады-рады. Gurudev and Priya Narmasakas, they cannot enter the Kunja. Boys, they cannot enter Kunja. Kunja, не Kunja, the living room. Sorry. Я уж сама запуталась. Кунжа, не кунжа и не врита, не кунжа. Вот в не кунжу могут мальчики-пастушки заходить, ближайшие друзья. И не кунжа, Гопинат Прабу, can you ask Gurudev? И не кунжа, boys, can enter or not? We cannot hear you, Gurudev, please unmute. Эх. Please unmute the mic. We cannot hear you. Some come when they are sleeping in the bedroom. Us. Sorry, can you repeat? Because you was mute. The mic was mute. So she is asking if Kunja, Nikunja, Nivrit Nikunja. She's asking for Nikunja if Sakas can enter there.
Govinda Mohini, Gurudev is asking if you would allow some man in your dressing room. In your dressing room. Not Nikunja is the dressing room and Room and private talk. Private rooms. You allow your husband, a friend, come and sit with me. So Nikunja is very private, right? I saw that Nivrita Nikunja is the most private, and Nikunja is, I don't know, so I'm asking. I ask from you, in your drawing, everyone bring to your friend, to your husband, friend, to any place? No, sure not. So how you dream? Your mother will come when you are sleeping. In your bedroom, your mother will enter there, in that bedroom? I don't know. We are not living together. I don't know. And you are talking confidential talk to your husband, and confidential mother will come and sit and listen what you are talking. No. Sure not. Then why, how you expect that my mother Jasoda and his friend can go every place? Okay. Is a Narvada Leela, like a human activity. Mm-hmm. I see. Okay. Gurudev, can one say then that Kunja is the living room? Nikunja is the dressing room where only girlfriends would come, no? When you are, and Ivrit Nikunja is the bedroom in the house? Only the friend. Who said that I am your friend, where Nikunja they can go? Girlfriend, not friend or mother. То есть Nikunja это уже как очень личное такое пространство, как комната. И вот Гурудев, вот ты бы, говорит, вот в свои какие-то личные покои, ну, пригласила бы кого-то, каких-то мужчин, там, да, каких-то малознакомых людей, конечно же, нет. То есть вот в общем саду мы можем встречаться с какими-то знакомыми, с друзьями, но в личные покои уже приглашаются только свои, ну, друзья близкие, даже мама там не может находиться, да, и уж что говорить про Nivrita Nikunja, а Nivrita Nikunja сравнивается как со спальней, то есть Nikunja сравнивается с личными покоями, где переодевается там, да, женщина, ну, вот что-то такое личное очень помещение, а Nivrita Nikunja это как, ну, как спальня. То есть там не могут быть посторонние. Now it's clear. Thank you, Gurudev. Yeah. Yes, now it's clear. Now you understand Krishna is so naughty. He come and he divert from our goal of Radharani Bhakti, Manjari Bhav. He wants to make Sakhi to everyone. Кришна очень хитрый, он хочет сделать всех Сакхи, поэтому когда он видит, что кто-то хочет Радхарани Бхакти совершать, он начинает тут же приходить и с этого пути пытаться преданного свести к бхакти себе. And they start telling Radhe-Shyam, Radhe-Shyam. И тогда эти преданные начинают вместо Рады-Рады говорить Радышьям, Радышьям. Сакхи-бхава. Это Сакхи-бхава. Understand, Sakhi Bhava means Radha and Shyam both. Manjari Radhe Radhe. Вы понимаете, что когда мы говорим Радха Шьям, это Сакхи Бхава, то есть мы любим и Радху, и Кришну, а Кришну мы тоже любим. А когда мы говорим Радха Радха, это означает Манджари Бхава, однонаправленность, только Радхики. All life I practice for Krishna, and now I have to forget to do this. Я всю жизнь практиковал преданность Кришне, но теперь пришло время забыть об этом. Bhagavad Gita 10:10. What Bhagavad Gita Prabhupada said 10:10. Read. Bhagavad Gita 10:10. Что говорит Шрила Прабхупада? Прочитайте.
read what said line. Listen from Gopinath. Сейчас Гопинат Прабу прочитает что-то. The ultimate goal. Come close to him. That Radharani is the first assigned Krishna. Yes. You sign with Krishna? Sign with Krishna first. Reach Krishna. Распишитесь с ним. Reach Krishna. You know that you are soul. He is super soul. Reaching Krishna means to be close with him. To sign with him. Распишитесь. And then slowly, not faster. Yes, slowly. Reach there with your soul consciousness. Then you can meet with Krishna. He's not like other God. And physically, sense enjoyment, nature, I will reach to Krishna. No, no. You have to pure to reach there. And if you reach and sign that agreement, you accept it, that I will practice to live in my soul consciousness, not with false ego. Then, and then... Sorry, can I... Достичь Кришны очень сложно. Он не похож на других богов, где можно просто жить в своем материальном создании и наслаждаться. То есть сначала мы достигаем этого сознания души, мы как бы расписываемся, да, с Кришной, что хорошо, я душа, ты сверхдуша. То есть мы живем, начинаем жить в этом состоянии, и потом мы можем двигаться дальше. And then slowly, slowly you will reach the ultimate goal. И потом медленно-медленно вы достигнете самой наивысшей цели. Ready. Understand? How much deep you go, you reach. Как глубоко вы готовы пойти, чтобы достичь этого? Это из Бхагавад-гиты Шрилы Прабхупады. And how you will go deep? By bhajan. Для того, чтобы пойти вглубь, нужно совершать баджан. Without bhajan, no deep to me. Без баджана не будет глубины. Раде, раде, take care. Раде, раде. Very easy, but 24/7 you have to practice. External, not inside. Очень кажется очень легко, но вы должны 24/7 практиковать. Не столько внешне практиковать, сколько внутренне. Our nature to practice to show others. Мы обычно практикуем, чтобы показывать внешние остальным, какие мы. Now you have to develop to practice. Not nobody knows what you are doing. Но теперь внутренней практике, чтобы не на показ делать, а очень тайную вести внутреннюю практику. Sri Radha. Understand. So Ananda. How many are there? Сколько нас сегодня присутствует? 24. Very good, growing. Russia now. Japanese. Wow. Включить видео. Good. О! Суните! Раде, раде! Jagatam. Mother Jagatam, Dandavat, oh Kishori, Ramani, my Ramani, Jaho. Можно включить видео? Ананта Прабу, включайте видео, Гаураприя. Jaho. Jaho.
Рады, рады. Рады, рады. Any question? Oh, my baby is also here. My daddy. Какие-то вопросы, может быть, есть? Рады, рады, Гурудев. Рады, рады. Аригато гозаймас. Аригато гозаймас. Gurudev, I have a question. Can I ask? Yeah. Do the Manjaris take part in Ras Lila? Manjari участвует в Рас Лиле. Manjari can be any place, no? Manjari могут быть везде. Where the Radharani is there, Manjari is there. Где Радарани, там и Манджари. She is a maid servant. She can be there everywhere. Служанка может быть. This is the gift of Mahaprabhu to her. Это именно это дар Махапрабху. But no others can do. Even Nitsiddha Sakhi cannot do. Sadhan Siddha Sakhi cannot do. Даже Нитья Сакхи не могут этого, и Садхана Сиддха Сакхи тоже этого не могут. То, что могут Манджари. Because they have no desire to think for Krishna. What about meeting? They no dream ever about Krishna even. In the dream, Krishna cannot come. It's very difficult to dream Krishna. Many material things are coming, but they no want to dream it. Не хотят, а моха не, они даже помыслить не могут и во сне не хотят, не видят. But they can dream with her Swami Radha Krishna, not alone. Они во сне могут видеть только Мохана, только вместе с Радхикой, ни одного его. Говинда Махини, можно вопрос маленький к Махараджу? Mm-hmm. Коль он спросил. Мне интересно, что сегодня в баджане, какую севу он сегодня делал, да, своей молитве, своей медитации. Давайте попробуем. Very private question. Очень личный. Я могу поделиться своей практикой, но после Махараджи. Гурудев, Шамасундари Прабху, he is asking to you very private question. What did you do in your bhajan? What seva in your swarup did you do today for Swamini? My Gurudev gave a seva to serve Radha. Гурудев мне сегодня дал севу служить Радхике. One day Gopinath say, Radha Rani is worried to walk Abhisar, going to meet Krishna. Then listen from the voice of Gopinath. How beautifully he said. So one night, Radharani is on the Abhisar. She's walking in the forest. Однажды Радхика ночью пошла на Абхисар через лес темный. And her eyes are looking here and there. She is very anxious and shivering. И она ее глаза бегали туда и сюда, и дрожь пробивала ее. Рати Манджари, Рупа Манджари, Гуру Манджари, all are with her. И вместе с ней были Рати Манджари, Рупа Манджари, Гуру Манджари тоже. Then she looks into Рати Манджари's eyes, and Рати Манджари says,
И она посмотрела в глаза Рати Манджари, и она сказала. Tulsi Manjari says. Она сказала, о, Туласи. She says, my Swamini, Are, why are you so afraid? Don't be fearful. Don't worry. I'm there with you. I'm with you. Move on. Go on. И она в страхе посмотрела на Туласи, а Туласи ответила, о, Свамини, почему же ты так боишься? Ведь я с тобой. Не бойся, иди смело. Я всегда буду рядом. Tulsi says, don't worry. Say in Hindi. आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना. चलिए ना. आगे बढ़िए. Why are you worrying? I'm here with you. Come, move on. Говорит, почему ты так боишься? Я ведь рядом с тобой. Я всегда буду с тобой, поэтому беги и не бойся. Ритам, आपका इंतजार कर रहे हैं. Your lover is waiting for you in the kunja, in the bower. Твой возлюбленный, он уже заждался тебя в этой никунже лесной. Агар не ап джаенге, то лила рас ка ананд кэсе хога аж? If you don't go there, so how will the lila ras unfold and how will we relish it today? Please come, go. Она говорит, что если ты не доберешься до кунжи, как же мы сегодня вкусим эту лила расу? Поэтому не мешкай уже, беги. So nice, right? So beautiful, wow. Radha and Rani not need to worry about us. We worried about Radha. This is much. Заботиться это мы заботимся. Radhe, Radhe. Highest rasa Chaitanya Mahaprabhu gifted us. Radhe, Radhe. И высшую расу дал Чайтанья Махапрабху, и высший дар. This is eighth kikrapa. Это хайки. Relish. Nothing happened in life. Если вы не вкусите ее, то ваша жизнь просто будет пуста. You are lucky, fortunate. That your God, brother and sister, all in the same mood to develop practice. Вам очень повезло, что ваши братья и сестры все вы находитесь в одном настроении, желаете развить это настроение. Understand, Radha Priya? Понятно, Рада Прия. From Croatia. Из Хорватии, Рада Прия. Yeah, I understand. Thank you, thank you.